Помощь медикам оказывают и резиденты парка высоких технологий. Белорусские программисты создали и передали на безвозмездной основе сразу в несколько РНПЦ программное обеспечение для учета и систематизации информации о пациентах с COVID-19. Юлия Карпенко продолжит тему. Даже предусмотрели человеческий фактор. Мы можем отслеживать похожих пациентов. Это вариант, если вдруг дубли внесли в систему. Минимум человеческого фактора и максимум пользы. Все результаты тестов на ковид у врачей теперь в одной системе и под рукой. Простое в использовании, но очень нужное ПО. Работа одного из резидентов парка высоких технологий IBION. На реализацию запроса, который поступил от самих врачей, было всего 4 дня и команда из 10 человек. Мы разработали программу, которая выполняет ввод исходной информации в многопользовательском режиме, использует удобные системы поиска и фильтрации, а также обеспечивает автоматическую генерацию отчетов по сводным данным. Проще говоря, все данные пациентов, которые сдали тест на COVID, теперь не нужно вводить и сортировать вручную. Программа позволяет ускорить работу специалистов на четверть и занимает всего несколько минут. Благодаря программе любой сотрудник, правда, только со своего рабочего места, буквально в несколько кликов может получить систематизированные данные о работе целой лаборатории за любой промежуток времени. Сегодня умное ПО работает в 4 лабораториях. Это РНПЦ онкологии имени Александрова, лаборатория антидопингового комитета, а также РНПЦ трансфузиологии и кожвендиспансер. Помощник для врачей появился только месяц назад, но себя уже зарекомендовал. Программа на самом деле очень сильно облегчила нашу жизнь, потому что работа с большими объемами данных она подразумевает достаточно такой упорядоченный длительный процесс, когда их нужно сортировать, при необходимости быстро найти какую-то информацию, быстро выдать. А это драгоценные не часы, минуты. Когда речь идет о здоровье человека, каждая на счету. Юлия Карпенко, Юрий Сахадзе, агентство теленовостей.